Приветствую вас. Есть ощущение, что вы слишком много на себя взвалили. Есть ощущение, что чересчур сильно на вас давит груз ответственности. Есть ощущение, что в какой-то момент вообще от всего, что происходит в вашей жизни, вы перестали получать удовольствие. Вот это происходит часто достаточно как так сказать, это происходит часто достаточно незаметно. Вот это происходит часто достаточно так, знаете, постепенно. Вот. И мне кажется, что это ваш случай. Это ваш случай, когда вы в какой-то момент времени оказались оторваны от себя, оказались оторваны от своих переживаний, оказались оторваны от того, что вам действительно хочется. Ну, то есть, грубо говоря, когда-то вы когда-то вам нравилось. Вот. То, что, ну, грубо, вы делаете, например, когда-то вам нравилось то, что вы делаете, а в какой-то момент вы перестали это делать. Ну, в какой-то момент, если вы перестали кайфовать от этого, перестали получать удовольствие от этого. Вот. И продолжаете, значит, как бы, ну, двигаться туда, продолжаете двигаться, собственно, в, вот, ну, вот в ту сторону, да, как бы. Вот. Но при этом вам, может быть, уже не нравится. При этом вам, ну, вас, может быть, уже, ну, не устраивает эта вся ситуация. То есть, ну, вам хочется там чего-то другого, к примеру. Так, к примеру, я не знаю, я говорю только лишь, про то, как мне, как мне это кажется. Но, соответственно, более-менее, что это потребность любви, потребность снять тревогу, то есть, ну, вот вы хотите снять тревогу, вы желаете снять тревогу, вот, это, это желание расслабиться, то есть, ну, как бы вы пытаетесь расслабиться. Вот. Это, соответственно, как бы желание оградиться от людей. Ну, то есть, такая, вот позиция. Вот. К сожалению. Ну, и, соответственно, вы себя выгоняете сейчас. Вот. Момент, честно говоря, далеко не самый лучший для вас. И я понимаю, что хотите жить, но для этого нужно как-то вот себя спросить, да, чего я хочу вообще. Вот, ну, вот хочу ли я то, что, ну, вот, то, что сейчас происходит. Вот.
хочу ли я этого, понимаете? Да, это очень важный момент, как мне кажется. И где-то вот отвечая на этот вопрос, вот, вы сможете лучше себя понять. Вы сможете лучше определить свое отношение, вот, к себе и к тому, что в вашей жизни происходит. Вот. Мне кажется, такой ответ можно вам с этой точки зрения, с этой позиции дать. Вот. Я, конечно, но понимаю, что вероятнее всего могу ошибаться, но так мне это видится сейчас, но, ну, на данный момент так мне это видится. Вот я не очень также понял, каким образом вы вышли в ремиссию, как вы говорите. То есть, ну, то есть, каким образом? Это была психотерапия, это было лечение. Вот, или, может быть, там, не знаю, было что-то еще. Ну, мне кажется, с этим вот нужно определиться, да, то есть с этим, в эту сторону нужно тоже посмотреть. Вот. Мне так, по крайней мере, видится. Вот, и будет как-то яснее и понятнее то, что вы чувствуете, то, что вы ощущаете. Вот, сейчас я прочитаю ваш вопрос. Так, мне анорексия, гомосексуальное переедание и булимия. Ну, то есть здесь у вас явно вот идет на потребность любви, потребность расслабления, желание защиты и так далее. Я боролся самим с собой 3 года, сейчас вышел в ремиссию, правда, не совсем в ремиссию, поскольку я не приметил о том, что я раньше не дал себя смысла, начинаю жутко нервно, что-то прощение, я беру вкусную еду, начинаю пришивать, а потом все это гадость, почему это гадость. Я понимаю, насколько это противно, мерзко, простите, не знаю, как уйти от этого, потому что я не могу простить тебя, так. Вот. У меня такое ощущение, да, что в вашей жизни вообще нет чего-то такого, ну, вашего, чего-то такого, что приносило бы радость, приносило бы удовольствие, приносило бы наслаждение, счастье. Вот, и есть ощущение, что вы должны, вот, и есть ощущение, что вы не свободны, вот, ну а еда — это один из самых простых способов, это самое наслаждение, давайте получить, особенно если вы убеждены в том, что за остальное вы должны, вот, вы говорите, что вот, должен там, быть примером, для окружающих, ну, допустим, вот. А вы хотите? Вы говорите, я спортсмен, а вы хотите? Вот. Что мне делать? Спрашиваете вы. Как нормально жить? А что такое норма? Вот. Я ведь не знаю, что такое норма в вашем непосредственно, не понимание даже, а контекст. Я не знаю, что такое оно. Вот что оно такое для вас? Что оно, она точнее такое для вас? Я не знаю. Нужно разобраться, нужно с вами поговорить, нужно лучшего вас понять, чтобы ответить на эти вопросы.
нужно разобраться с тем, что с вами происходит, как вы пришли к этому, вот, и что происходит сейчас в вашей жизни. Есть люди, с которыми вы можете быть сами собой, например. Это все. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, это было для вас полезно.